основная проблема в том, что навязывают услугу страхования жизни. Проблемы есть с этим. Очереди, как вы знаете, наверное, большие. И, конечно же, цены очень не радуют нас. Если, допустим, у человека две машины, две страховки, то есть надо делать и в каждую надо страховать свою жизнь. Страховые выплаты тяжело дождаться. Даже если ты не виновник ДТП, ты ждешь по 3-4 месяца страховые выплаты. И за это время ты не можешь отремонтировать свой автомобиль. Пока не обратился к адвокатам, пока не заплатил деньги, долго ждал. 2,5 месяца. У автовладельцев, что называется, наболело. Ни одна компания Анапы не страхует автомобиль без дополнительной страховки жизни владельца. Обязывают приобретать страховку на случай нанесения вреда третьим лицам. Получается, страховка самого транспортного средства обходится около 2000, а со всеми дополнительными надбавками общая сумма возрастает до 7-8. И это не предел, накладно. Недовольство подогревают постоянные очереди, отсутствие полисов и затягивание выплаты страховых сумм в результате ДТП. На самом деле эти действия незаконны, поскольку закон о защите прав потребителей предусматривает запрет на приобретение, на обуславливание приобретения одних товаров, работ или услуг обязательным приобретением иных товаров, работ и услуг. То есть, если вы приходите в страховую организацию с намерением заключить договор страхования гражданской автоответственности, то страховщик обязан с вами заключить такой договор и навязывать иное страхование, скажем так, в довесок к заключенному договору, он не вправе. Чтобы страховая компания не могла отказать в выдаче страхового полиса ОСАГО, можно обратиться письменно. Потребитель может самостоятельно написать такое заявление с просьбой заключить с ним договор страхования, приложить заверенные копии указанных документов и направить ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по почте. В этом случае страховщик, получая эти документы, уже вынужден будет заключить договор, поскольку здесь будет отслежена юридическая чистота этой сделки. То есть лицо, желающее заключить договор страхования, обратилось. У него есть соответствующие подтверждающие документы, то есть почтовая квитанция. И страховщику ничего не останется, как заключить с ним договор страхования. И такие отговорки, как нет полюсов или иные причины, они уже будут неуместными в данном случае. В противном случае страховщик нарушит законодательство. Его действия станут результатом проверки контролирующего органа. Еще одна проблема – получение выплат после ДТП, когда страховой случай наступил, но страховщик платить не торопится. Страховщик обязан в течение 20 дней с момента получения заявления принять меры по выплате страхового возмещения. То есть обязан направить в это время машину для осмотра независимому эксперту, который составляет акт осмотра, отражает масштабы причиненного ущерба и стоимость возмещения, и произвести выплату. Если он этого не делает, то он обязан будет уплатить за каждый день просрочки неустойку в размере 1%. Ну и более того, потребитель может обратиться либо в орган местного самоуправления, либо, как я ранее говорил, в Роспотребнадзор. И эти органы могут обратиться уже в суд с иском к недобросовестному страховщику и взыскать с него еще, помимо этого, штраф в размере половины стоимости, которая подлежит выплате лицу пострадавшему в результате действий недобросовестного страховщика. В любых спорных вопросах можно обратиться в Управление торговли и потребительского рынка администрации города за консультацией и правовой помощью.